Всем привет-привет! Мой канал Лесенички. Сегодня я маме помогу распаковать посылку. Вот посылка, ты в Роше. Итак, сейчас распакуем. И тут у нас какие-то лайки. Письмо маме пришло. Итак, какая-то штука. Сумка. Сумка для шопинга. Это непонятно. Мама не помнит, что это. Итак, это тоже, это какой-то, понял, как я, это крем. Какой-то крем для лица маме. И всякие пакетики. И пробнички мама получила. Да. Духи, крем. Так, а что же это я заказала? Очень интересно. Что это такое у меня? Так, сумка, понятно. Образцы, понятно. Сыворотка. Холодильник. Точно, это маме часы пришли за 60 гривен. Что? Да, подарочные часы. За то, что я крем заказала. Давай распакуем часики маме. Не знаю, что за часики. Вообще-то часики мама не носит. Не носит. Да, но, видимо, придется. Давай, я могу, кстати, носить. Вот такие симпатичные часики теперь у меня будут. А вот и сумочка. Поможешь мне сумочку показать? Да. Давай, разворачивай. Удобно ли это у меня сумка будет для шопинга? А что это? Насколько ли она большая для покупок? А. Мы как раз сегодня идем на шопинг, заберем Аленушку и пойдем по магазинам. Так, так, так. Как же она открывается? Цвет очень симпатичный. Наверное, цвет морской волны. Вот это огромина. Можно будет Алену туда посадить, наверное. Очень большая сумка. Вот такая вот сумка большая. Просто огромная сумка. Много чего интересного сможем положить. Разных покупок. Так, осторожно, ты мне тут часики не закопай красивые. Пойдет мама за покупками в новых часиках. Спасибо тебе за распаковку. Да, на остров.